Когда Губка Боб только родился, Крэсти Краб уже существовал. Им уже заправлял Мистер Крабс, где его помощником работал взрослый Сквидвард. Но в мультфильме нам показывают, что Сквидвард с Губкой примерно одного возраста, и именно Губка Боб вдохновил Мистера Крабса на создание Крэсти Краб. В сериале же, когда Губка Боб только пришел устраиваться в Крэсти Краб, они даже не знакомы. В мультсериале изначально Губка Боб забирает Гэри из приюта, но в мультфильме они знакомятся в лагере. С Патриком они знакомы еще с пеленок, но нет, они опять же впервые встретились в лагере Коралл. Сэнди все свое детство жила в Техасе и познакомилась с Губкой уже в осознанном возрасте, но полнометражка так не считает.